Наших, по-моему, нагнули, братан. Надо вылезать. Щит ползет. Да с дерьмо какое-то началось, с того, что, блин, я не знаю. Я врываюсь! Все, ГГ. Эти дробовики полные санины, я не понимаю. Посмотрите, я им прям в голову зарядил из дробовика с 2 метров. Че за херня? Лобаныч, можешь брать эту хуету, блядь. Меня закрыли. Мне не нужны дробовики, которые не убивают с первого раза, забирая это с санину. Надо выходить из комнаты, типа, опять. Он забаррикадировали, я не стал ломать, и... Зря. Ну и говнище. Так, Брось. Давайте. По возможности, факт, ты гранаток возьми, погнали. Найдем их и попробуем со стены, с боковой какой-нибудь. Не, ребят, вы согласитесь, что вот это даже в Counter-Strike был бы килл. То есть я не знаю, что еще нужно делать. Что это за дробовики такие, которые не ваншотят в упор? Бред какой-то. Просто. Мне еще второй раз надо из дробовика было выстрелить, чтобы его убить. Или в чем дело? Это же идиотизм. Дробовик, он для того и берется. Это юзлес оружие на длинной дистанции. Он должен ваншотить с такого расстояния. Че за чушь? А? Мне игра... Все, факеры задудосили. Кекс, ты что? Куда ехать-то вообще? Да, не знаю. Я просто катаюсь, прыгаю туда-сюда. А, во, все разлагало. Что за хуйня была? Да дудосит тебя, наверное. Никто тебя не любит, потому что... Меня не дудосили ни разу вообще за всю историю. Я поехал этот гараж смотреть вниз. В гараже чисто. Нет ничего. Хорошо, Лобаныч нашел. Так, что это где-то внизу, да, я так понимаю? Сейчас я гляну. Ну, да, короче, слагаю, там есть потолок прям над этой локацией. То есть... Нам сейчас, мне кажется, надо на самый верх подняться и сверху двигаться аккуратно, потому что они могут не внизу сидеть, как мы, в одной точке, а именно распределиться. Дистанция была большая, да ты что, с ума сошел? Блять. 1.5 метра, наверное. Это какая должна быть дистанция, чтобы дробовик ваншотил на расстоянии руки протянутой, что ли? Типа, как нож, типа, или что? Тогда я могу и ножом бить. Хм. Интересно. Ну, окей. Я запомнил тебя, чувак, из чата. И твой совет. Так, да там очень много проволоки. Они где-то здесь рядом. Тут нельзя спускаться, очевидно. Но можно попробовать лопнуть потолок, если он тут лопается. Нет, потолок этот не лопается. Так, фак, нам надо... Пойдем вот здесь где-нибудь через окно залезем. Класс. Где он был, Илья? Ну, там. Где я дверь ломал 5 минут, не мог выбить ее. Да, тут... Он просто выстрелил мне по щиту и убил меня. В это, в непробиваемое стекло попал, видимо. Ой, что еще? Со мной двигаешь? Угу. Так, прям под нами эта хрень. Здесь где-то на лестнице чуваки. Давай попробуем взорвать прямо вот здесь вот. Давай. Тут нельзя. Тут нигде нельзя, мраморный пол. Ищи, где таджики ставили. Во. You've been spotted. Не там вообще, вы не то ломаете, ребят. Они еще на этаж ниже, чем ты взорвал. Да? Да, тебе надо спускаться. Я спецназовец. Кто нас видит? Камера. Так я ее не вижу. Да вон она перед тобой. Так, фак, я за тобой иду. Мне бы понять, я, по-моему, запутался. А, спецназ! Выйдите на улицу, я вам короткий путь покажу. Как. Да пойдем, фак, за мной, ко мне иди. Не, я уже спустился вниз. И на самом нижнем этаже, Илья? Ну, Кекс уже нашел, да, на самом нижнем. Левая часть дома. А, если Кекс нашел, то это не самый нижний. Нет, не, самый. Я он просто он наверху, он в дырку смотрит. А, понял. С какой бы стороны зайти? Минута 30. Минута 20 еще. Да, когда 40 секунд останется тогда. 3 на 1. Фак, подожди меня. Вот направо сейчас. Угу. Ты машинку запускаешь? Угу. Давай, погляди, где он. Я могу тут стену сломать, кстати, фак. Она, по-моему, не выломается, что ли. Или там еще предбанник какой-то.
Ну, его нет, видит Лобаныч. Его видит Лобаныч, он за машиной белой, он слева, за белой машиной, за белой машиной слева. Граната будет моя взрываться? Вот. Простреливай белую хуйню. Все. Я выбегу с другой стороны. Давай, жмем его. Вон, смотри, убил его. Хорошо. Хорошо сыграли, парни. Мне даже жалко, что я умер так глупо и быстро. А Лобаныч прям пробовал как чисто замедляет, да? Она не демеджит? Или что? Да. Ты застреваешь в ней. Надо просто хорошо карту знать. Тут, допустим, они внутри, все, там, с этой стороны. Мы могли, я так понял, вообще с улицы взорвать и закидать туда флешек там всяких. Что щит не имба, но я плохо сыграл просто. Это другое. Блин, P90 какая-то санина. Может реально MP5 взять? Я вообще не нашел убойного оружия, если честно. У деферов как-нибудь. Так, что мы? Мы еще можем проголосовать за другое место. Опять Administration Office, по-моему, голосуем. Но я так на рандоме нажал, сейчас не помню. Ну ладно, тогда я тоже, потому что... Мне тоже нравится гараж, который они сейчас дефали. Там ну надо было за гараж тогда. Мы настрой, у нас лидирующий пакет голосов. Хорошо, я понял тебя. Новая тема от Bad Comedian, но я вообще это единственный видос, который вообще видел от него, вот то, что Факер выложил, я посмотрел. Не, ну Bad 3 прикольная тема, я даже, ну типа... Мне больше нравится путешествие Вилата с его женой. Так, давайте, короче, в этой комнате много народу не должно сидеть. Короче, смотри, Илюх, я вот эти окна сейчас по них проволоку положу. Я тогда левый вход, о. Да умри ты, санина, блять! Еще одна тут. Да их тут две, и я во все не попадаю. Умри! Я не хочу. Я убил. Какая же это санина, санина. Слушай, Люк, смотри, а тут... А, нет, это не прострелит. Так, мы в этом, да? Я тут оставлю C4 где-то. Слушай, а у меня-то нет уже. Реально, под столом же C4 надо оставить. Сейчас я не кину. Где-нибудь так рядом. Хотя нет, это наоборот. Так, ты там Факер, да? Я тогда вот тут, смотри. Перекрестный огонь. То есть твоя задача увидеть и отойти. Стоп, нас закидывают опять этими гренками. Сверху, слева, слева. Я не знаю, как вам объяснить, но в общем... Ну, понятно. Если залезут, говори, мы пока смотрим тут. У меня, короче, в правом углу дальнем C4 лежит, что я готов взорвать. Это мое. А почему у нас пол пробит? Точнее, ну, что это? Дыра, наверное, какая-то. Это и гранаты. Пока никого. Факт с нашей стороны, будь внимателен. А могут вот со спины зайти ко мне? С экзита? Мне кажется, да. Я хотел тут положить. Пусть его Илья тогда смотрит, мы перекрестные тут. Окей. Твоя задача, Илья, не умереть, просто увидеть. Если увидишь, не умирай, мы перетянемся к тебе. Ча, я тогда уберу этот щит туда, воткну. Справа от меня кто-то это шастает, я слышу что-то. Так. Это еще второй взрыв справа от меня. Как будто на справа. На экзите справа! Фак, сзади, фак. С правой стороны. Ну тут щитовод, блядь. Еще там. Не убил второй. Да туда надо было ставить C4, короче. Да, щит вообще не. А, это не с щитом, чувак был. Второй не щит. А где мой C4? Мы C4 убили. Она сразу взорвалась при их раскидке. Слева пойдут, если чё, кекс. Угу, я видел. Так вы ведете что ли? Три в одного. Это сложно назвать ведением, если чувак последний с щитом остался, блядь. По крыше, по-моему, бегает. Да, либо где-то справа.
одного снял. Сейчас ты ему отдашь. А, он на лестнице! Да ё... Ну все, вот три одного опять. Я думал, он прям в комнате, минералка. Я же сказал, что чувак с щитом, блядь. Fallout Fan Rus, спасибо за 2 месяца подписки. Ну, это очевидно абсолютно. Я не знаю, вы, кстати, могли бы на юг хотя бы по микрофону как-то скооперироваться. У меня нет микрофона. Не, я не понимаю, если ты делаешь чувака с щитом, почему у него пистолет, блядь, по бронебу... Ну, типа, по мощности такой же, как оружие обычное. Чё это за хуйня? Ну, сделай пистолет, который там... С собой ему убивает только не забить. Мне еще вообще игра не. Да сами на него пошли, отдались. Тут, мне кажется, не все те дела. Так опять, конечно. Типа, 3-1 остаетесь, и не можете его. Я не на него бежал. Мне-то никто не сказал, что он на лестнице. Чувака убивает, я видел изначально, что он в комнате был. Я подумал, что чувак пошел в комнату, типа, минировать, диффузить. Я поэтому двинулся туда, побежал. А он меня вообще в спину убил с лестницы. Бу-бу-бу-бу-бу. То есть, если бы он убил кого-то из нас, и мне бы сказали с лестницы, тогда бы... Фак, почему ты играешь за женщину? Ты что, педик? Что? Ты педик? Почему ты играешь за женского персонажа? Ну, у нее хорошие волосы. Да? Ну да. Блондинка такая, она похожа на эту, на тёлку из StarCraft 2. Да все контрится, просто... Ова. Да, на нового похожа. Да не, если бы там сидел чувак с автоматом, и мы так же бы выбегали, он бы так же нас убил, мне кажется. Нет, сомневаюсь, если честно. Вы бы его убили просто потому. Знаю, что... я спиной к нему бежал. Первый чувак тоже, я так понял, спину убили. Один на один, по сути, он вообще играл. Ну я вниз поеду тогда, раз ты вверх. Я типа как-то не слышу просто. Они внизу в подвале поставили. Понял, еду. Я вообще не слышу, откуда тут стреляют. Я, то есть я... Короче, у меня не было чувства, что он прям рядом с лестницей. А, не, я даже не на тот рухлый приехал. Так. Чё, будем взрывчаточкой? Мне надо, чтобы кто-то из вас выбивал, а я вползал, потому что иначе у меня время, когда я опускаю щит, есть. Ну давай, давай, пойдем. Ну, типа, ждите, пока я дойду, там все такое. Я попытаюсь пока просто посмотреть, с какой стороны тут зайти можно. А че это за 6-я херня у меня? А, все, понял, нет, нафиг, нафиг. Так, я нашел один вход. Довольно близкий. С этой стороны окна, но это не тот этаж. Ну вот фак, вот это, наверное. Так, у меня, походу, ульта эти разбрасывающие гранаты. Я что-то их ни разу не кинул. Дай-ка я закину это говно. А ультает на какую кнопку? На среднюю кнопку мыши. Я... А, ну да, нормально. Выбей мне какую-нибудь дыру, я ж закину туда это дерьмо. Я вот отойдите, стрельну, чтобы я вас... Я могу просто стрельнуть, тут дырочка будет. Нет, ну надо, чтобы еще... Давай, давай, я тогда ставлю. Давай. Почему у тебя русский флаг на плече? Готов ли? Да-да-да-да-да. А, ФСБ, это логично. Я закинул эту срань? Как ее? Что это? А, ну ладно, это я, видимо, неправильно понял. Все, заходим. Тут санина какая-то мигает. Стой, стой, стой! Стреляй, убей в неё. Угу. Давай, я за спиной у тебя. Я сразу направо поворачиваю, смотри вверх. Стой, не торопись, не торопись. Тут эти железяки. Мне завязано у них. Нужно дырку какую-то сбоку, чтобы их отвлекли. Мы над ними сделаем. Сломаем, Аня, тут везде мрамор. Я пущу машинку. Давай, давай, пусти, давай. Я за, у тебя за спиной сижу, или? Я, если там никого нет, вот... Меня убили сразу. Сверху, сверху, сверху. Убил, 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 убил. Хорошо. А, не, меня не убили, поднимите, поднимите меня. Подними. Я думаю, ворваться. Все, поднимай. Он в правом углу за... за белым фургоном. Убил. Хорош. Боже, вообще просто. Это было круто. Вот сейчас мы все грамотно сделали. Но мы просто уже знали этот самый, как бы этот бомб-плент, мы уже знали, типа. Блин, а мне интересно, тут по-любому же где-то еще можно взорвать стену или что? А просто мы практически с одного выхода идем. Это на стену или баррикаду? Ну понятно, понятно. То есть у меня есть 3C4, еще это говно на стену ставится. Мне кажется, это на крышу ставится. Блин, я не знаю, какой класс мне брать, мне ничего не нравится. А, бы опять атаку.